И всем привет! С вами я, Сергей Рустам. В сентябре 2023 года открылось метро во Внуково. И сегодня в этом видео я обозрю две новые станции. Это станция Пыхтина и станция Внуково. А также расскажу, почему они так называются и особенности этих двух станций. Погнали! Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красногвардейская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Итак, мы подъезжаем к станции метро Пыхтина. Открыто было 6 сентября 2023 года. Расположена она за станцией Рассказовка. Свое название она получила из-за того, что там находятся улицы многих летчиков. На станции с одной стороны расположена красивая стена с изображением конструкции самолетов, а с другой стороны изображена просто стеклянная. Это, например, истребитель. Там находится самолет. Выполнена она в красных и черных тонах. Лампы выполнены в виде турбины самолета. Очень яркая станция и очень красивая. На данный момент поезд, на котором я приехал на станцию Пыхтина, отправляется. До станции аэропорт Внуково ездит не каждый поезд, а всего лишь каждый третий. Вот, например, Ту-16, самолет. А вот и снова АК, прибывающий на станции Пыхтина из аэропорта Внуково. Почему же все-таки каждый третий состав ходит до станции аэропорт Внуково? Это связано с тем, что на станции аэропорт Внуково нету оборотного тупика. Да, то есть поезда приезжают на обои пути, и дальше разъезжаются по стрелкам.
Мне очень понравились на этой станции лавочки. Они выполнены тоже как самолеты. Всего станция Пыхсик имеет один выход. Вот как видно, вот эта стена сделана из стекла, то есть она прозрачная. А с правой, с левой стороны изображено станция, турбины самолета и вообще сами самолеты. Вот так выглядит карта московского метро, открытой станции Физтех и от Селигерской до Физтеха. Вот вся Солнцевская линия. Также в сентябре открылось движение на участке МЦД-4, МЦД-3 и метро в Физтех, которое я тоже в скором времени буду снимать. В скором времени за стеклянной стороной мы можем увидеть Будин-парк. Как, в принципе, и на станции Мичуринский проспект, на котором уже есть готовый парк. Интервал поездов составляет 3 и более минут. Ну, в принципе, это Солнцевская линия, от этого другого ничего нельзя было ожидать. В принципе, нормально, сойдет. На станции Пыхтина изображено много пассажирских самолетов, грузовых самолетов. Вот, например, выход к Боровскому шоссе. Лавочек тут довольно много и очень красиво. В принципе, станция выполнена в очень ярких тонах и очень интересно. Вот, например, тут изображены истребители. Также написано название станции Пыхтина. А вот и конец станции Пыхтина. Уже изображено не так красиво, да. Сделано из мрамора. Поезда следуют от Внуково до делового центра. В принципе, это практически центр Москвы. Это самолет Ту-114. Это истребитель высокоскоростной довольно. Станция очень красивая, так что всем советую. Находится она за станцией Рассказовка и за станцией аэропорт Внуково. Особенность этой станции в том, что есть пролет станции, метромост. Вот, например, поезд в аэропорт Внуково снова приехал. Так вот, после станции Пыхтин до станции аэропорта Внуково есть метромост. Так что можно сказать, что Солнцевская линия теперь тоже нет своего метромостика. Правда, он закрытый. Вот так выглядит конкретно карта Солнцевской линии. От Пыхтина до аэропорта Внуково. Снова отправляется состав в сторону станции аэропорта Внуково. А сейчас мы с вами идем на выход, где изображен самолет. Ой, да, эскалатор довольно удобный и красивый. Наверху изображен самолет. Это самолет Ту-114. Модель была поставлена на станцию Пыхтина по частям и собрана непосредственно на станции. В принципе, станция очень красивая и всем советую на ней побывать.
И вот мы подъезжаем к станции аэропорт Внуково. Раньше до станции аэропорт Внуково можно было добраться на автобусах от станции метро Саларьево, Рассказовка и многих других. А теперь прямо из центра можно доехать в метро. Станция тоже довольно яркая, но не такая красивая, как станция Пыхтина. Двери открываются, и мы выходим. Сделана она из такого вот гранита. Очень красивая станция. И лампы сделаны в виде бумажных самолетиков. Станция очень красивая. Также была открыта 6 сентября 2023 года. На стенах изображены самолеты в синем цвете. Очень красивая станция, но я считаю, что она не такая красивая, как станция Пыхтина. Имеет она вроде несколько выходов. И вот, как я вам и говорил, за станцией аэропорт Внуково нету оборотного тупика. На станции аэропорт Внуково также изображены портреты Андрея и Алексея Туполевых. Так на аэропорте Внуково на стенах размещены иконы самолетов и портреты Андрея и Алексея Туполевых. Со станции можно пересесть на платформу Аэроэкспресса, если кому-то это нужно, и выйти на вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта. Станция очень красивая. Я считаю, что метро во Внуково открыли недаром. Станции мне очень понравились, и всем советую на них съездить. Даже если вы не едете никуда, просто полюбоваться на эти станции. Станции очень красивые и довольно мало загружены.